интересен дом стоматолога. Вы планировали играть в турнир, выиграть двух? Ну я разговариваю. То есть все команды, которые играли, первый день, когда они играют в свою, вот, Получается, за четвертое, шестое играем уже. Как а четвертое, шестое? Ну, я за это и говорю. Получается, там две игры. И четвертое, по шестое, опять две игры. Ну, вот, я за это и говорю. Четыре игры завтра играть. Ну, и сыграйте четыре игры. Не, если вот так, да. Кто по времени? Ну, три команды, как они будут между собой? По одной игре? Я это все понимаю, а по спартакиаде сколько? Ты понимаешь, те, кто... Коль, ну а что, проблема тебе 4 игры сыграть, что ли? Нет, но я вот поэтому я хочу узнать, мне вообще не... Андрей, ну и сделайте ему 4 игры, он и там получается. У тебя таких ситуаций вот будет немного, как с ним. У него не будет. Точно так же, как мы. Соберемся там и подумаем, как сделать. Точно так же, как мы с Алматой, с Талдыком же сыграли 2 игры, так же и они. Они должны быть вверху. Мы сейчас вверху. Мы играем на потом. Нет. Да какая разница, мы всего на эту строчку поднимемся. Еще я буду... Я, по идее, либо сыграю третье по шестое, либо играю шестое по девятое. Поднимусь я там. Назад, Тима, мяча не видно. Назад, Тима, мяча не видно. Если за третье место уже биться не будет. И потом получается уже как по чемпионату. У него двойная система получается. У тебя двойная система. Там ты поднимаешься, а там ты опускаешься. Да, да, поэтому говорю, тебе и там надо сыграть, и вся любовь, нет, и все. Хорошо, мы сегодня посмотрим, и нам еще его временные рамки надо уложить. Ну, у тебя вот таких, как он, немного будет вариантов. Это будет исключением. Буква... Ну, вот вторая такая же команда. Я сейчас и команд все. Я просто это к тому говорю, вы это видите, сделали уже, у нас время. И билеты взяли же на вечер тоже. Поэтому, чтобы успеть... Ну, может быть, уже там, которые нижние места, там какую-то разницу включить или еще что-то там. Ну, понятно. Нет, это по спартакиаде я две игры, да. Я за это говорю. А теперь четвертый. Нет, так я по-любому должен две игры со спартакиадом играть. Я по-любому должен. А теперь по чемпионату. Четвертое по шестое опять. Мы должны две игры. Нет, а эти игры подожди, это с чемпионата. А как они в зачет пойдут? Нет, не получится. В смысле, я, Оксана, на остальные? С другими уже командами играли. Я не поднимусь выше четвертого уже по чемпионату, да? Нет, я должен четвертое по шестое. Опять две игры я должен. Беги, 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 Сарагазан! Давай, давай, Бенка, давай! Да, а потом с четвертого уже мы играем с первого по третье, а потом как спартакиада. А потом с четвертого по шестого мы должны играть.
По спартакиаде по-любому. Нет, хорошо. Давайте, знаете, как сделать? По спартакиаде по-любому у нас выходит, мы должны с первого по третье. А поэтому тогда как-то там уже, ну, по одной говорит, что-то там уже разошло. Потому что сейчас все приехали на спартакиаду, и всем важно спартакиаду. Андрей, либо другой вариант. Возьмите, оставьте, которые недоигранные игры на следующий тур. Ну, там по одной игре у вас останется. Ну, или да, если... Нет, по две, заново. А как мы по черке отчитываться будем сейчас? Да вообще, ну где-то что-то. Ну, было отдельно, да, видишь, так сделано. Играли, договорились, так же можно было. У меня ноги! Ну и здесь два чемпионата, получается много игр. Считай вдвойне, поэтому мы три дня делать. 20 с чем-то. Ну и у нас получается 11, ну и 18 команд. Но у нас два чемпионата. Считай практически 36 команд. Заново 36. Вот тоже надо было, знаешь как, 3 дня.